Доброе утро. Покушаем. Немножко перекусили, попили кофейку. Очень вкусно было капучино. Да, хороший. Что, сейчас пойдем смотреть, что еще есть. С утра проснулись только. Вот купил себе майку с драконом. Жалко, не было синего цвета, как я хотел. Но это тоже пойдет на следующий влог. Классно. На холодильник нам. Классно. Я положу к себе сразу в сумку. Да, прикольно, здесь можно погулять, купить что-то. Много разных магазинчиков приманивают туристов, такие как мы. One, five, nine, seven, oh, two. Three people. Thank you. Okay, so... Мне очень нравится тут. Тут как именно интересно. Посмотрим, что Игорь снимает тут, фотограф. Два. Вот прикольный мост здесь построили. Я так понял, он новый, потому что везде рекламируют его во всех брошюрках. Отличный вид. Хотел еще пару слов сказать насчет дрона. Я уже узнавал здесь до того, как ехать. Здесь не разрешено вообще летать. Никакая страховка не покроет ущерб нанесенный. И что-то произойдет. Thank you.
Здесь виды очень впечатляют. Ветрено немного, но все равно жарко на улице, так что хорошо. Тоже здесь прикольные пещерки есть погулять для фотосессий и так далее. Круто. Тора стоит быть очень аккуратными. Здесь вот sheer drop написано, то есть может просто отколоться кусок, и все. Ну вот, основные виды мы посмотрели здесь. Сейчас спускаемся вниз уже обратно. С каждой точки идешь, все время интересные виды открываются. Тоже увлекательный вид. Зашли в пещеру. Круто. Я вода больше. Вон она идет. Обалденно. Вон, что скажешь по поводу волн? Самые лучшие волны, которые я видела. Честно. Далеко мы уехали. So they said they've been made here, in that particular region? Yeah, it's about 50 miles away. Very tasty and sweet. So that's okay. The gin. Yeah, cheers. Try it. This is the mead. Mead is made from honey.
Oh. Wow. Okay, cheers. Cheers. I taste actually very good. Honey. And I'll try the honey as well. That's a honey one. What's the difference? Just a honey, and is it like a? It's got some cinnamon in it. Okay. So it's got a little bit of spice in it, but it's fermented honey. Okay. Cheers again. Very nice as well. And then strawberry. How much roughly do you know they are? Prices? For the bottle like this, how much do you roughly? This is £18.50. These are, I think, £11 each. Mm, that's not too bad. I like strawberries. You can попробовать, sorry? Could I try meat? Yeah, sure. Ginger wine. Yeah. Strawberries for me. The one on your side. Мне понравилось this one. Gin и вот этот honey. That's, strawberries. Yeah. That's one a bit bitter taste. Strawberry. Something well, I think sometimes when you've had a drink of something else. Yeah. Because it actually is quite sweet. This once is done, maybe your palate has been definitely. Okay. So this is really nice. Что скажешь, Игорь, как тебе вкус? Мне он very sweet. But it's nice. It's opposite to us. Yeah. So look, take a sip of that, and then I'll put some of this on top of it. This one is tasty. Ginger really wine. Nice. Yeah. Oh, it's quite strong as well. This piece. It makes for a nice mix. Mead is fermented honey, and traditionally it was given to married couples on their wedding day because it's an aphrodisiac. So you will have a family before too long. The name honeymoon, because this is made of honey. Yes. Honeymoon comes from. Oh, good, good. Thank you. Lovely. Cheers. Угостили нас алкоголем. Приятный вкус. Немножко так выпили, чтобы почувствовать, что тут продают. Здесь тоже можно посмотреть, как высмотрел замок. Сам вот кастл по-английски. Кому интересно. Магазин офигенный, взяли пару подарков все, сувенирчиков. Одно вино взяли, тоже. Круто, вот. Начался у нас путь. Пошли по верху здесь, вот. Прогуляли здесь, посмотрели, поснимали. Наверх, в эту сторону, да, сюда, сюда, сюда. Тоже viewpoint написано хороший. Здесь посидели, расслабились, посмотрели на волны. Вот, потом статуэтка. Гало статью. Мы ее, кстати, купили в магазине себе маленькую версию. Здесь прогулялись. Ага, потом сюда обратно. Здесь спустились вниз. Вот. Здесь просто сюда по-любому стоит сюда посмотреть, как волны идут. Очень красиво. Вернулись обратно. А, здесь еще пещера есть. Да, пройти через нее. Вернулись обратно. Здесь вот магазинчик. Всякие эти вот услуги, кому какие надо. Ну и все, в принципе. Сейчас идем назад. Такой поход. Все понравилось? Как вам понравилось? Да. Да, супер. Более? Да. Все понравилось, да? Ну вот, отлично. Стоит сюда заезжать. Если рядом хайкинг делаете, то 3 часа смело, 4 здесь можете уделять сюда.
очень хорошее место. Больше сил стало, хорошо покушали. Еда очень качественная. Так что я советую это место. Вообще все в восторге остались. Да, погода подпортилась. Попробуем съездить на поход. Посмотрим, что там, можно ли будет вообще там идти. Дымка нереальная, как вы видите, поднялась. Туман. Да, кстати, вот наш номер. Еще один. Заехали, сейчас покажу немного. Так, вот он высмотрит примерно. Вот в гостевом доме. Так, посмотри, здесь туалет, душевая, все остальное. Прямо возле отеля начинается поход. Public Food Pass вот идет. Движемся на хайкинг. Сильная дымка, туман, но мы продолжаем наш поход, как у нас по плану все, так что двигаемся вперед. Ты не приятель мне, ты не родня мне. С чего ты взял, что я волыной буду угрожать тебе? С дрона я решил не летать, потому что очень сильный хейс. Такая влажность сильная поднялась. Даже капельки чувствуются, как падают на руки. Все проснулись, полный сил, продолжаем пеший туризм, несмотря на погоду, нас не останавливает это, в целом все равно тепло, настроение все хорошее, все подзарядились, покушали, идем дальше. Пришли на первый point of view, так сказать, точка просмотра. Здесь уже открываются виды новые. Дойдем. Посмотрим. Я тоже хотел. О, там красивые волны, я вижу. Хороший путь. Все время возле клифов, утесов на русском. Идет захватывающий, я бы даже сказал.
определенно стоящие виды здесь. Просто супер. Стоит сюда приехать, посмотреть на это все. К сожалению, у нас сегодня уже время подходит к концу. Мы сейчас будем разворачиваться, пойдем обратно. По возможности я постараюсь завтра вам показать. Мы утром подъедем. Я покажу вам там, какие там еще виды открываются на машине. Rocky Valley. Rocky Valley — это очень известное место, кстати. Я не знал, что мы на него выйдем изначально. Но это одно из мест, которое было в списке. Я очень доволен. Я не ожидал, честно. Конечно. Дошел сюда. Офигенный вид здесь, ребята. Полный просто обалдеть. Камера немножко залила. Успеваем еще пройти чуть-чуть. Погода уже вообще портится. Мне кажется, этот ручеек идет с водопада. Вот, мы там были один раз. Очень прикольное место. Стоит туда заехать. Советую. Все остыли, идем дальше, разделись вот немного, это жарко стало от куртки вот этих, там от моря отошли, очень сильно стала такая духота поднялась. Такие вот домики здесь, Сент-Анджел, застирается. Довольно-таки все цивильно. Вот здесь яйца продают, free-range checks. Решили упасть в пабе. Прикольное местечко, покушаем немножко. Что насчет еды, Игорь? Из всех пабов, в которых я был и брал еду, обычно оказывается не очень, но здесь самое лучшее и получит мою наилучшую оценку. Абсолютно. Приятно удивлен, да? Да. Но у меня я все-таки себя... Кто-то выпил немножко сегодня. Я не понимаю, как мы вышли. Как ты мог понять? С вами путеводитель. Ориентира нет, Оля. Ты прикалываешься? Троллишь нас? Серьезно, я не понимаю. Ты троллишь нас. С отеля шли в ту сторону. В ту. Понимаешь? Извините меня, но я уже в шоке. Вот мы вышли отсюда, смотри, пошли наверх.
смотри внимательно. Там прошли сюда, спустились ниже и вернулись обратно. Шутка. А, я понял. Так, записываю, сейчас будет смотри, как философский красиво. Урок. Короче, смотри, как красиво. Есть две стихии, есть контроль и хаос. Ну. Если слишком много контроля, не может это родиться не ничего нового. Поэтому нужен хаос. Если слишком много хаоса, то будет все, ну, так вот. У тебя что-то родилось? Поэтому надо... Вот объясни, да. Что у ты тебя посмотрел... родилось? Да. Новые интересы. Прочитал книгу. Какие просто. Интересы? Фотография. А у меня что-то нету я фотографии? Я перепробовал много я? Вещей. Вот смотри, у меня. Кост Кастл. Приехали. Пойдем прогуляемся. Кост Watch Lookout. Вчера много успели чего заснять, на самом деле, сегодня уже ветер такой северный подул, прохладный. Как я и обещал, приехал показать вам вторую часть пути, потому что у нас вчера времени осталось. Вот вам парковка, виды открываются новые, красивые, опять же утесы. Все, едем домой. Как вам поездка? Замечательно, одно из самых роскошных мест. Всем спасибо, ребята. Ставьте лайки. Ждите следующего выпуска. Всем пока.